Прошел месяц с поручения вице-премьер-министра Бахаджана Сагинтаева акима Алматинской области. За неделю глава региона должен был решить вопрос о переносе мусора. Мы сейчас дали поручение. В течение недели будет постановление областного акимата. После этого акимат начнет работу по разработке необходимой технической документации. То есть будет составляться ТО, ПСД. И когда официально уже будет сказано, сколько необходимо денег на рекультивацию данного участка, мы уже дальше будем смотреть. Свалка по решению суда закрыта, новая земля под полигон уже определена. Она находится в 3 километрах от западной стороны села Жалгамыс. Общая территория 16 гектаров. По подсчетам областных чиновников, процедура переноса мусора будет стоить 500 000 000 тенге. Правда, комментировать процесс работы в областном акимате отказываются. Говорят, что не укладываются в сроки из-за длительной процедуры оформления документов. Безусловно, эта процедура она не должна быть короткой, но она должна быть разумной по срокам. Но мне кажется, что здесь недостаточно для этой процедуры органов местного самоуправления, маслихата, потому что это все-таки общественное должно обсуждать. Экологи, в свою очередь, утверждают, перенос свалки – вопрос очень серьезный. Решать его нужно с привлечением целого ряда специалистов. Подобные полигоны, они занимают 3-е место по выработке метана в мире. И опять же, метан, диоксид азота, углекислый газ повышается уровень парниковых газов, и что ведет к изменению климата. Эта свалка существует уже 25 лет, расположена при аэродромной территории аэропорта. К 15 июню по поручению Сагинтаева вопрос с переносом должен решиться. Правда, что будет с этим мусором, непонятно. Его либо законсервируют, как это делают за границей, либо просто огородят забором и забудут. На эти вопросы в областном акимате нам не ответили. Камиля Кунязова, Искендер Тогуспаев, телеканал Алматы.